С водителями такси проводят профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Полицейские проверяют у них документы, дающие право на перевозку людей. Так, если автомобиль не принадлежит специализированному предприятию, а водитель занимается перевозками частно, у него должно быть свидетельство о регистрации как индивидуального предпринимателя. Автомобиль должен быть оборудован таксометром, иметь определенный цвет и оранжевый фонарь на крыше. Кроме того, инспекторы проверяют, как обеспечивается безопасность пассажиров. В частности, такси должно быть оборудовано удерживающими устройствами для перевозки детей, а ремни безопасности должны иметься как спереди, так и сзади. Несоблюдение этих мер предосторожности наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей. За неделю сотрудниками полка ДПС было выявлено более 70 нарушений в сфере таксомоторных перевозок. Водители привлечены к ответственности.